тот вечер Татьяна собиралась в театр. Да иду я. Привет. Ты что, подруга, заснула, что ли? Мне что-то в глаз попало. Какой глаз? Меня Пашка по-черному приревновал. Ничего страшного, он тебя отходчивый. Татьяна Басовская, 30 лет, менеджер турагентства, не замужем. Переночуешь у меня, завтра помиритесь. Какой помиримся? Юлия Пономарева, 32 года, продавец, подруга Татьяны, не замужем. Он сказал, что он меня убьет, если я появлюсь хотя бы на пороге. Мне в театр нужно уходить. А я от Пашки решила уйти. Осталось только вещи собрать. Давай завтра. Нет, надо сегодня, сейчас. Иначе завтра мои вещи будут валяться под окнами грязные и разорванные. Юля, я вот билет в этот театр 2 месяца назад еле достала. Ладно. Значит, я пойду одна. Подруга называется. Слушай, ну не стоит, наверное, одной-то ходить. А я о чем? Потому что если он меня убьет, это будет на твоей совести. Ну а как же в театр? Пойдем, пожалуйста, 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 хорошо, пожалуйста. Хорошо. Пойдем. Вам, наверное, покажется смешной моя проблема. Я не могу сказать людям «нет». Ну, в чем уж смешной? Это штука очень распространенная. Только это не сама проблема, это всего лишь следствие. Меня постоянно используют. Даже единственная подруга, она регулярно срывает мои планы. В последний раз я из-за нее не пошла в театр. Слушайте, а вы чего боитесь, когда боитесь человеку отказать? Ну, я, наверное, боюсь его обидеть. А что в этом такого страшного? Ну, хорошо, допустим, он обидится. Но он же от этого не умрет, правда? Ведь я тоже не умру, если выполню его просьбу. О-о-о. В последний раз я не пошла в театр, потому что Юля попросила меня подождать ее, пока она соберет вещи и поговорит с Павлом. Да? Тань, ты где? Я на лавке, внизу. Мне надоело тебя под дверью ждать. Сколько ты? Сейчас спущусь. Ну, давай. Танька, прости меня, пожалуйста. Ты вещи собрала? Нет, мне Паш не дал. Ну, значит, нужно вместе пойти. А если будет мешать, мы вызовем полицию. Не надо никакую полицию. То есть ты остаешься? Юля, чем я только тебя послушала? Вот ненормальная, а? Танька, Танька, не обижайся, пожалуйста. Я тебе билеты в театр куплю. Нет мне никаких билетов. Ну, так всегда. Я знала, что не надо было ввязываться. Но, видимо, все-таки вы что-то ж получаете, раз ввязываетесь. Так вот, что именно? Что я могу получить? Одни сплошные проблемы. Не скажите. Если бы это было так, вы бы давно уже перестали быть такой услужливой. Понимаете, мама меня воспитывала одна. Она очень сильно уставала на работе, и если я ее не слушалась, она со мной не разговаривала. Это было просто невыносимо. Понятно. И вы решили, что если вы будете всех слушаться, то все будут вас любить. Но разве не так? А разве ваша мама всегда, когда вы слушались, бывала ласковой и любящей? Редко. Естественно. Потому что послушание само по себе не вызывает любви. Оно только помогает людям вас не замечать. Если вы их слушаетесь, им с вами удобно, и можно не обращать на вас внимания. Вы именно такого отношения добиваетесь? О! Я смотрю, ты вся в уборке. А к телефону не подходишь. А ты опять с Пашей поругалась? За помощью пришла? Ты опять дуешься. Я так и знала. А ты думала, я радоваться буду? А между прочим, мы с Пашей хотим искупить свое вино и пригласить тебя в гости. Вот спасибо.
познакомить тебя с отличным мужиком. А что-то не тянет меня с отличными мужиками знакомиться. Слышь, Золушка. Слышь, принцесса, ты мне всю жизнь мешаешь. Вот я даже пол спокойно помыть не могу. Между прочим, вот это платьице, в котором ты собиралась в театр, очень даже подойдет. Угу. Угу. А как же пол? Я домой? Угу. Давай. Зря, наверное, я согласилась. Пойдем, опаздываем уже. У меня никогда не было свидания вслепую. А если он мне не понравится? Не тупи! Не понравится, так не понравится. Слушай, подожди, а если я ему не понравлюсь? У тебя когда было последнее свидание? Зря я согласилась. Вызывай такси. Я? Между прочим, я пекусь о твоей личной жизни. Хорошо. Другое дело. Татьяна чувствовала, что опять поддалась влиянию подруги. Алло, такси? Трое мужиков в купе поезда сидят. Ладно, потом давай. О, а вот и наши девочки. Прошу к столу. А вот и наш Отелло. Успокойся, Тань. Танюк, ты лучше познакомься с Валерой. Павел Кучкин, 32 года, строитель, не женат. Если он так же, как и ты, склонен к мордобою, то, может быть, не надо? Мне очень приятно. А вы, видимо, та самая суровая подруга Юли. Валерий Сизенко, 36 лет, фармацевт, не женат. Видимо, да. А вы правда Пашин друг? Ну что? Да нет, ничего. Просто я никогда не видела, чтобы Паша Юле руку целовал. Правда? Я что, никогда не целовал тебе руку? Никогда. Джентльмен. Ну как? Еще. Пашенька, табуреточки есть еще в квартире? Да, там, в прихожей. Прекрасно. Паша, ты что, так не нарезал фрукты? Ну а что, должен был, что ли? Танечка, солнышко, там на столе, на кухне все стоит. Принеси, пожалуйста, я пока стол в порядок приведу. Действительно. На что же я еще рассчитывала? Давайте-ка я с вами. Да нет уж, сидите. Пусть хоть кто-то будет гостем. Чем? Мне будет очень приятно помочь. Пока-пока. У вас только печальный вид-то. Да потому что так всегда. Прихожу в гости к Юле, готовлю, сервирую, мою посуду, еще и с Пашей их разнимаю. Ну все равно ждете. Не травите душу. Паш, не надо, у нас же гости. Действительно, ни в чем себе не отказывайте. Что вы делаете? Что я делаю? Открываю шампанское. Давайте порежем фрукты и пойдем в гостиную. Вы думаете, стоит? Не знаю. А я думаю, нет. За встречу. Давайте фрукты резать. Фрукты подождут. Давайте лучше потанцуем. Музыки же нет. А мы без музыки. Ну, еще лучше, давайте сбежим. Ну, неудобно. Очень. Очень. Ай-яй-яй-яй-яй. Тань, мы взрослые люди. Мы начхать на всех и все. Сбежим. Ну, не знаю. Таня, сбежим. Пойдем. 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 Да это еще ладно, это еще... На самом деле, я... Ну, это потом. Танечка, закройте глаза. Потом. Я хочу подарить вам маленький презент, пока это только начало, но для начала, я думаю, прекрасно. Для начала прекрасно. Возьмите. Какой пыльный цветок. Я так никогда еще не делала. Я тоже. Я вас совсем не знаю. Не беда. Что? Извините, мне неловко. Мне пора. До свидания.
Ты где эти ключи? Таня! Таня, ради бога, простите меня, сам не знаю, что нашло. У меня за всю жизнь, может, никого-то поцеловать не хотелось. Мне вообще в последнее время казалось, что я как-то лишён покоя. Задыхался. И вдруг я встретил вас. Такую легкую, ироничную. Такую мою. Вы на меня злитесь? Да нет. Не злюсь. Вы только не думайте, я не всегда себя так веду. А я не думаю. Просто вы мне очень нравитесь. К 30 годам Татьяна так и не научилась говорить слово «нет». Этим часто пользовалась ее подруга Юлия, срывавшая планы Татьяны из-за проблем со своим любовником Павлом. Однажды Юлия познакомила Татьяну с приятелем Павла Валерием. В первый же вечер Валерий проявил настойчивость, и Татьяна не устояла. Валера! Доброе утро! Ушел. Алло? Как все прошло? Ты Юль. Да плохо. Ничего не было? Да все было. Просто он ушел утром, даже не попрощался. А деньги-то хоть на месте? Ты думаешь, он меня обокрал? Да нет, все в порядке. Все на месте. Лучше бы я вчера никуда не ходила. Только не говори, что я во всем виновата. Вы не представляете, как мне было обидно. Мужчина, с которым я провела ночь, ушел, даже не попрощался. Ну, причины-то для этого могут быть разные. Но обиднее всего Юля, которая постоянно прибегает ко мне плакаться после того, как поссорится с Пашей. Она же даже слушать меня не стала. Юля! М? Подожди! Да что ты от меня хочешь? Я опаздываю. Как что? Валера ведь друг Павла. Тебя бросил мужик. При чем здесь Павел? Вот значит как. Ты со своим Пашей поцапаешься, ко мне бежишь. Спаси, помоги. А как у меня беда случилась, все? Понимаешь? Они только познакомились в баре накануне. Он даже фамилии его не знает. Ему просто поболтать не было с кем. Вот значит как. Не приходи ко мне больше и не звони. Вот если от меня что-то нужно, то и я нужна. А как только я выполняю просьбу, все, пошла вон. Да почему они должны думать как-то иначе-то? Вы делаете все, чтобы они были довольны. Они довольны, о чем еще беспокоиться? Как? Ну ведь она моя подруга. У меня в голове так и крутилось сказать Валере «нет». Ну, чтобы встретиться с ним потом, узнать его получше. То есть вы были совсем не против узнать его получше? Еще как. Меня прям волной захлестнуло. Я такая дура. Лучше бы я вообще ничего не делала, чем вот так. Ну, ничего не делать, оно, может, конечно, и лучше. А ничего не иметь в результате. Да? Приезжай срочно ко мне, иначе Пашка меня убьет. Не, Юль, хватит с меня. Прошу, открой, пожалуйста, дверь, открой.
Юль, я ж тебе сказала, не звони, не приходи ко мне. Мне такая подруга не нужна. Танечка, солнышко, прости меня, пусти. Паша бежит за мной, он убьет меня. Я только подмигнула парню, он просто взбесился. В полицию позвони. Паша, Паша, я прошу тебя, не надо. Алло, полиция? Прибежала Юля, просила впустить. Сказала, что за ней гонится Павел. Ясно. Так почему же вы не впустили свою подругу? Антон Басов, 35 лет, следователь, женат. Не чужой ведь человек? Так получилось. Просто я не думала, что ссора настолько серьезная. Как там Юлька? Сломано два ребра, многочисленные ушибы. Они постоянно ругаются. Ну да, да. Вы меня осуждаете? Это не моя работа осуждать. Вы считаете, что я виновата? Просто если бы открыли дверь, то, возможно, ситуация развивалась бы иначе. Значит, я виновата. Привет. Спасибо, что пришла. Спасибо. Как я могла не прийти? Только не вини себя в случившемся. Я знаю, ты самоедка. Почему я не открыла эту чертову дверь? Потому что я всегда использовала тебя. Когда нужна была помощь мне, ты всегда мне помогала. А когда она понадобилась тебе с этим Валерой, я оставила тебя одну. Две идиотки. Одна из них, между прочим, с переломанными ребрами. Ты заявление в полицию написала? Да, конечно. Значит, после больнички съездим к Паше, заберем твои вещи. Первое время поживешь у меня, а потом снимешь квартиру. Я думаю, что именно так все и будет. Ну ты же не собираешься к нему вернуться. Вот такого я никому не прощаю. Бедненько, какой же он у тебя гад. Пошел вон, делать тебе здесь нечего. Это не тебе решать. Юля к тебе больше не вернется, и я не дам ей забрать заявление из полиции. Она не такая, как ты, и потому у нее есть мужик. А ты будешь одна куковать всю оставшуюся жизнь. Я сама найму ей адвоката, и ты у нас загремишь по полной. Да что ты говоришь? Посмотрим, и только попробуй к ней в палату зайти. Я приду в другой раз, когда захочу. Руки. Поняла? Ой, а вот и вы. К очередной дамочке бежите? Таня, ты мою записку прочитала. Еще и записка была? Да я ж просто везунчик. Слушай, ну я не думаю, что это сильно, смертельно тебя обидел, Тань. Я ж там все объяснил. Мне просто жалко было тебя будить. Спасибо, уважили, до свидания. Послушай, Таня, выслушай меня. У мамы на даче случился инсульт. Мне соседка отправила СМС, когда маму везли в больницу, я тут же рванул. Ну, что бы ты сделал в моей ситуации? А вы в моей? Я не хотел грузить тебя своими проблемами. Я вас поняла. Тань, ну выслушай меня, пожалуйста. Мама пришла вот в сознание, попросила попить. Я второй день около нее дежурю. И... Здорово. И как это у вас получается? Провели со мной ночь, бросили меня, и я же еще виновата. Потрясающе! Послушай, ну я в записке все объяснил, дал номер телефона. Я так ждал, что ты позвонишь. Врать не надо! Я все равно очень хотел тебя видеть. А я нет. Татьяна чувствовала себя раздавленной. Она хотела бы верить словам Валеры, но не могла.
Я должен срочно бежать в больницу. Позже все объясню. Таня, я должен срочно бежать в больницу. Позже все объясню. Спасибо за незабываемые минуты. Буду с нетерпением ждать встречи. Пожалуйста, позвони мне. Пока. Выходит, не врал? Подруга Юлия познакомила Татьяну с приятелем своего любовника Павла Валерием. Татьяна поддалась чувствам и провела ночь с новым знакомым. Наутро она обнаружила, что Валерий ушел. Вскоре Юлию избил Павел, и она попала в больницу. Татьяна пришла навестить подругу и встретила Валерия. Он объяснил, что вынужден был уйти, так как у его матери случился инсульт. Я даже не знаю, когда мне было хуже. Когда меня использовали или когда я поняла, что все может быть хорошо. Угу. То есть вы догадались таки, что плохо может быть не только от того, что вы что-то сделали, но и от того, что вы чего-то не сделали. Я уже свыклась с мыслью, что я неудачница. И что-то менять в жизни мне просто страшно. Так может, в том-то все и дело? Вы точно знаете, что вы сами ни на что не годитесь. Ну, кроме как угождать другим людям, конечно. Поэтому, ясное дело, и мужчина может только вами попользоваться, а потом бросить, ведь другие варианты вы даже не рассматриваете. Других вариантов не было. Не было? А вы позволяли им случиться? Опять ты? Оставался бы лучше в больнице, там от тебя больше толку. Я пришел извиниться, это тебе. Бери цветы. Ну что мне сделать, чтобы ты простила? Ничего. Тань, давай начнем сначала. Нет, второй раз такого не переживу. Найди себе другую дуру. Хорошо. Если скажешь, чтобы я ушел, я уйду. Я обещаю, что больше ты меня не увидишь. Я в прошлый вечер проявила слабость. А мне кажется, это было больше, чем слабость. Конечно, больше, чем слабость. Тебе же это показалось. Значит, все-таки уйти? Да. Я тебе не верю. Уходи, все. Послушай, уходи. Таня, ну выслушай меня. Уходи. Я все равно буду ждать твоего звонка, Таня! Ты в курсе, что у тебя замечательный букет? В дверях валяется. Ты зачем с Павлом разговаривала? Он меня бросил! А ты разве этого не хотела? Это моя личная жизнь. Зачем ты в нее лезешь? Кому я теперь такая перебитая нужна? Ты от меня чего хочешь? Иди, мирись с ним. Он сказал, что ты не успокоишься, пока его не посадишь. Извините, что помешала вашему счастью. Что у тебя произошло, подруга? А тебе разве интересно? А ты, кажется, права. Бог с ним, с этим Павлом. Можно я у тебя пару дней перекантуюсь? Конечно. А теперь рассказывай, что произошло? Валера приходил. Да ладно. Чего хотел? Не знаю. Мне теперь все равно. Врешь? Он тебе нравится? Нравится. Очень нравится. Чего сидим?
Боюсь ошибиться. Вдруг сделаю что-нибудь не так или... В общем, проще сказать «нет». Вроде научилась. «Нет» ты говорить научилась? Значит, научим говорить «да». У тебя есть его номер телефона? Угу. Ну чего ты сидишь? Звони! Кидайся в омут с головой, только тогда ты поймешь, нужен он тебе или нет. А если утону? Звони! Валера, ты еще хочешь меня слышать? Весьма распространенная, между прочим, штука – неумение говорить «нет». Что грустно, так это то, что многие люди именно отсутствие этого умения почему-то называют добротой. Ну что ж, вольному воля. Нравится им так считать, пусть считают. Только вопрос. В 3 года говорить «нет» умеет любой порядочный ребенок. Куда же это умение потом-то девается? Вот у Татьяны из нашей истории это умение куда-то делось вполне понятным образом. В свое время, мамиными стараниями, Татьяна пришла к глубочайшему убеждению, что на нее саму и ее желание вполне можно наплевать, лишь бы окружающим было хорошо. Вот и стала Татьяна лепить из себя все, что могло этим самым окружающим понадобиться. Вам кого-то побить надо? Пожалуйста. Нате вам палочку. А вам коврик под ножки, чтобы они не мерзли? Да ради бога, Татьяна и на это готова была сгодиться. Ну и каким же образом окружающим ее людям было ее не то чтобы любить, но даже просто замечать? Они ведь и понять-то не могли, а что такое сама Татьяна? Кого любить-то? Должен есть. Откуда у тебя возьмутся силы, если ты ничего не ешь? Пап, хватит на меня орать. Пока не съешь суп, из-за стола не выйдешь. Антон Мартынов, 38 лет, инженер, муж Елизаветы. Всем привет. Елизавета Мартынова, 32 года, стюардесса, замужем. Добрый вечер, Лиза. Костик, не хочешь, не ешь? Привет, тетя Лиз. Константин Мартынов, 14 лет, ученик 8 класса, пасынок Елизаветы. Пап, я не могу себя заставить. Я потом доем. Ладно, иди. Опять целый день ничего не ел. Врач говорит, надо хорошо питаться. У него нет сил бороться с болезнью. Антош. Я сегодня сделала УЗИ, у меня 6 недель. Я беременна. Ты не рад? Я думал, ты мне про материальную помощь расскажешь. Дадут тебе ее на работе или нет? А в банке ты была? Ты же знаешь, что у Кости может отказать сердце. Нам нужно срочно деньги на операцию, ее срочно. Не кричи, я знаю это, я просто сегодня не успела. Мне стало плохо после рейса, я забежала в больницу, меня отправили на УЗИ, и я... Ты должна сделать аборт. Что? Антон, я... Родная, ты же в курсе, что Косте не дают квоту, и мы сами должны оплатить 3 сердечных клапана и саму операцию. А на мне уже 2 кредита. А нам нужно еще найти 3 суммы. Я завтра зайду в банк. Нет, ты не понимаешь. А как мы будем отдавать долги? Здоровье моего сына дороже. Сделаешь аборт. Дети у нас еще будут. А если нет? У меня уже был выкидыш. Я тебя прошу, я тебя умоляю, давай сначала вылечим Костю.
Конечно, я понимаю Антона. Месяц назад мы узнали о болезни сердца у Кости, моего пасынка. Почти собрали деньги на операцию, а теперь из-за беременности мне могут в кредите отказать. Но я не хочу избавляться от ребенка. А где мать Кости? Она бросила Антона. Уехала, выскочила замуж. Сын ей тоже не нужен, она даже адреса своего не оставила. А мы с Антоном давно вместе, и Косте было 7 лет, когда я его впервые увидела. Правда, он так и не смог меня принять, я для него только тетя Лиза. Но я люблю Костю как родного. Когда мы узнали о его болезни, я нашла ему замечательного врача. Прижми ватку. Кость, ну ты как? Нормально вроде. Сейчас все пройдет. Да, лекарство уже действует. Иван Васильевич Залогов, 45 лет, кардиолог, женат. Лиза, можно вас на минутку? Лиза, я настаиваю на срочной операции. Я вчера смотрел результаты обследования Кости. Я не хочу вас пугать, но времени у нас очень мало. Мы понимаем. Деньги будут. Очень хорошо. Ну, ты держи хвост пистолетом. Все обойдется. Постараюсь. Мне пора. Угу. Нам очень повезло с Иваном Васильевичем. Он врач от Бога. Он и в больнице Костю ведет, и на дом приезжает. Вообще он очень беспокоится, переживает за своего юного пациента. Как и все мы. Я думаю, прежде всего, вам нужно успокоиться и понять, что вы неправильно ставите вопрос. Никого из детей выбирать, а где найти деньги? Привет. Давно дома? Час назад пришла. Написала на работе заявление на материальную помощь и заходила в банк. Спасибо. В больницу ходила, интересовалась по поводу аборта. Хочешь, я поговорю с Иваном Васильевичем? Он посоветует хорошего доктора. Ты уже все решил за меня? Мне 32 года. Я не молодею. Что, если после аборта детей больше не будет? Вылечим Костю, потом будем планировать второго ребенка, съездим куда-нибудь. Ты обследуешься, если есть какие-то сомнения. Ты даже не оставляешь мне шанс. А у тебя есть другой вариант? Может, тебе наплевать на Костю? Конечно, он не твой сын. Что ты говоришь? Сегодня ноги опять затекли. Не знаю, как в школу пойду. А если опять в кроссовки не влезу? Ты о школе не волнуйся. Полежи, отдохни. Я все устрою. Пап, знаешь, я рад. Чему? Потому что у Елизаветы будет ребенок. Я подслушал ваш разговор на кухне. И, ну, ты понимаешь... В общем, со мной, если случится что, у вас должен быть этот ребенок. Даже не думай так. Я деньги из-под земли достану. Но ты у меня будешь здоровым. Костя. Мальчик мой дорогой. Даже не смей так говорить. Все будет хорошо, вот увидишь. Костя наконец-то заснул. Долго ворочался, трудно было дышать. Антош, ты, наверное, прав. И я должна прервать беременность. Я знаю, как тебе тяжело. Понимаю, что поступай как негодяй, требуя аборта. Но сейчас важнее всего жизнь Кости. Спасибо, что решилась. Я так тебя люблю.
Елизавета пришла к Ивану Васильевичу, чтобы узнать о результатах обследования кости. Извините, что заставил долго ждать. Вот результаты УЗИ сердца, ухудшений пока нет. Что с вами? Вам плохо? У меня живот болит сильно. Я беременна. Так, быстро ко мне в кабинет, я звоню в гинекологию. Пойдемте. Из-за стресса Елизавета потеряла ребенка. Несколько дней она провела в больнице. Ну вот, наконец мы и дома. А мы с Костиком тут старались без тебя не раскисать, обед сварили. Только вот котлеты какие-то сухие получились. Не грусти, все образуется. Интересно знать, как. Ты, главное, себя береги. Ты сильная. Все пройдет, у нас обязательно будет малыш. Ничего уже не пройдет, Антон. Ты уйди. Мне нужно побыть одной. Я просто хотел поддержать. Поддержишь. Потом. Ну ладно, ладно. Елизавета все еще чувствовала себя неважно и взяла больничный. Ну чего ты все время грустишь? Так изменилось в последнее время. Ты точно на меня не сердишься? У меня все в порядке. Ого, тетя Лиз, скоро папа с работы приедет, а нам еще в магазин. Пойдем, а? Стой! Нельзя бегать. Мы все чем-то жертвуем для того, чтобы ты был жив, а тебе плевать на свое здоровье. Для чего тогда все это? Наверное, я тебе мешаю. Не волнуйся, это ненадолго. Если операции не будет. Замолчи! Ты не имеешь права бросаться такими словами! Ты так говоришь, как будто я виноват в том, что заболел. Да я и сам не хотел этого! Костя! Подожди! Ты зачем сегодня обидела Костю? Ему плохо и страшно. Его поддерживать нужно, а не орать. Ой, не начинай. И без тебя тошно. Мне тоже нужна была поддержка, но обо мне ты не думал. Я знаю, что я во всем виноват. Спасибо, что напомнила. Только Костя страдает. Он сейчас заснуть не может. Тяжело дышать. Таблетку принял, а лучше не становится. Позвони Ивану Васильевичу, пусть приедет, сделает ему укол. А ты, оказывается, эгоистка. Думаешь только о себе. Слушаю. Елизавета? Да, это я. Вы подавали заявление на финансовую помощь? Можете зайти в бухгалтерию, все бумаги готовы. Конечно, спасибо. Ты куда? Кто это звонил? Овощи. Может, еще картошечки? Давай. Аппетит наконец проснулся. Лиза, ты садись, я тебе положу. Спасибо, я не хочу. Ты извини, я тебе днем наговорил всякого. У меня хорошие новости. Я получила материальную помощь на работе, и в банке одобрили кредит. Так значит, у нас есть деньги на операцию? Да. Так что пора звонить Ивану Васильевичу и просить, чтобы он готовил тебе место в палате. Ну, Лиза... Спасибо, тетя Лиза! Наступил день операции Кости. Елизавета с мужем уже несколько часов дежурили у больницы, ожидая ее окончания. Ну что, как операция? Как Костя? К сожалению, нерадостные новости. Операция прошла не слишком успешно. Костя в реанимации. Что с ним? Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозный сон. Вы же обещали, вы же говорили, что поможете. Операция была единственным выходом, но вы должны понимать, слишком запущенный случай. Его сердце работало на полном пределе слишком долго. Мне нужно идти. Я вам позвоню, когда в его состоянии что-то изменится.
Елизавета Мартынова узнала, что у нее будет ребенок. Но пасынок Елизаветы Костя серьезно заболел. Ему была необходима дорогостоящая операция. Муж Елизаветы Антон потребовал прервать беременность. Под давлением супруга она согласилась, но не торопилась идти в больницу. Вскоре в результате стресса у Елизаветы случился выкидыш. Косте сделали операцию, но она прошла неудачно. Сегодня уже 2 дня, как Костя в коме. Когда я сказала Антону, что сделаю аборт, я как будто программу запустила и поэтому не смогла выносить ребенка. Ну, что случилось, то случилось. И сейчас бессмысленно искать виноватых. Нет, я знаю, кто виноват. Это все Антон. У нас мог бы быть ребенок. Что? Если бы ты не требовал, чтобы я сделала аборт, я могла бы выносить нашего ребенка. Лиза, успокойся, Костя может еще не выжить. Я поняла. Я поняла, почему тебе мешала моя беременность. Ты не из-за денег переживал. Ты просто хотел, чтобы я, так же, как и ты, с утра до вечера сидела с твоим сыном. Очнись, чего ты несешь? Это правда. Ты заставила себя и меня жертвовать ради Кости. А кто я ему? Он до сих пор меня тетя Лизой называет. Так что виноват только ты. Слушай меня. Сейчас ты пойдешь домой отдохнуть. А я останусь здесь. Может быть, Костя еще придет в себя. Антон даже не оправдывался. Он знал, что я права. Просто использовал меня. Антон просил вас прервать беременность, но последнее решение все равно было за вами. Только не говорите, что я виновата. Я хотела этого ребенка. Мне этот ребенок был очень нужен. Я хотела сказать Антону, что я не буду делать аборт. А потом случилось это... Ну что вы правы, как на похоронах прямо. Костя жив. И это самое главное сейчас. Антон! Что-то случилось? Что-то с Костей? Костя пришел в себя. Звонил Иван Васильевич, сказал, что через несколько дней переведет его в обычную палату. Слава Богу! Еле-еле упросил Ивана Васильевича, чтобы он пропустил меня сегодня к нему в реанимацию. Ты не хочешь со мной пойти? Хочу, очень хочу. Идем. Лиза, ты не представляешь. Это как будто второй день рождения Кости. Пойдем. Через несколько недель Костю выписали из больницы. Как я рада, что ты наконец дома. А я-то как? Так скучно в этой больнице. Ну, что стоите? Скорее за стол будем кутить. Отмечать твое возвращение. Что застыл? Да мне тут одноклассники уже звонили. Какие такие одноклассники? Хотят встретиться. Мы же тысячу лет не виделись. Можно? Ну, если друзья, то иди. Только со двора никуда. Тебе еще вечером таблетки принимать. Да я через часик вернусь. Знаем мы этот часик. Я так счастлив. Тоже не могу поверить, что все это закончилось наконец. Я так тебе благодарен. Знаю, что тебе пришлось пережить. Наверное, и теперь... Давай не будем. Сегодня такой замечательный день. Да, ты права, Лиз, я тут подумал, когда закончится вся эта кутерьма с выплатой долгов, давай поедем куда-нибудь отдыхать. Куда? Ну, не знаю, какое-нибудь романтическое местечко, где будем там только ты и я, и где сбываются мечты. Какие-то мечты ты собрался исполнить? Родить второго ребеночка, как ты и хотела. У меня курица стынет в духовке. Ты садись, я сейчас принесу. Тебе положить? Да, да. Прошел месяц. Отношения Елизаветы с мужем сильно охладели. –
Почему не ложишься? Тебя это действительно беспокоит? Может, поговорим? Не о чем. Мне завтра рано вставать. Противозачеточные? Раньше ты их не пила. Потому что раньше я хотела ребенка. Правильно, нам нужно подождать годик-два. Я не хочу рожать ни через годик, ни через два. Объясни мне, что происходит? Мне кажется, каждое мое слово выводит тебя из себя. Что тебя так раздражает? По-моему, все очевидно. Ты просто не хочешь понимать. Опять вокруг да около. И ничего по сути. Я кручусь с утра до ночи, чтобы выплатить кредиты. А когда расплатимся, заживем как прежде. Что тебя так бесит, что у нас денег нет? Подожди немного. Меня бесит, что ты меня использовал. И я не хочу ребенка от тебя. Все, хватит. Нам нужно расстаться. Расстаться? Ты что, с ума сошла? Да что с тобой вообще происходит? Я поживу какое-то время у мамы. Елизавета ушла от мужа. Несколько дней он звонил ей, прося о встрече. В конце концов, Елизавета согласилась. Привет. Как дела? Все хорошо. А у нас с Костиком плохо. Скучаем по тебе жутко. Может, тебе пора вернуться домой? К нам? Антон, я тебе скажу все как есть. Я не могу простить тебя. Между Костей и моим ребенком ты выбрал Костю. А это предательство. Я знаю. И уже не раз сожалел об этом. Просто я был тогда уверен в собственной правоте и пёр как танк, думая только о Косте. Ты простишь меня? Понимаешь, ты дал мне понять, что Костя для тебя всегда будет важнее меня и моего ребенка. Я для тебя всегда буду второй. А это значит, что я никогда не буду чувствовать себя в безопасности. Это неправда. Ты так же важна мне, как и мой сын. Мы столько лет вместе. Это были лучшие годы. Если ты дашь мне шанс, я докажу тебе, как ты мне дорога. Мне сложно, Антон. Я все время вспоминаю, как ты толкал меня на аборт. Но, Лиза, если бы ты тогда настояла на беременности, у меня бы не было бы выхода. Конечно, бы я согласился на твои роды. Правда, не знаю, какой ценой. А мне ты говорил, что у нас нет выхода! Ты слабак и трус. Не приходи ко мне больше. Елизавета Мартынова узнала, что у нее будет ребенок. Но супруг Елизаветы Антон не обрадовался. Его сын Костя серьезно заболел. Ему было необходимо сделать дорогостоящую операцию. Антон потребовал, чтобы Елизавета прервала беременность. От стресса у Елизаветы случился выкидыш. Вернувшись домой из больницы, она помогла Антону найти деньги на операцию для пасынка. Елизавета поняла, что больше не может доверять своему супругу, потому что он заставил ее выбирать между Костей и нерожденным ребенком. Поругавшись с Антоном, она ушла из дома. Ненавижу его. Оказывается, если б я настояла, он согласился бы на ребенка. Лицемер. Можно на это взглянуть по-другому. Любящий отец запаниковал из-за сына. Попросил вас прервать беременность. Потом случилась трагедия с вами. Вы стали обвинять только Антона и готовы разрушить свою семью. Вчера ко мне еще Костя приходил. Здорово. Что ты здесь делаешь? Тебя жду. Я узнал, что твой рейс приземлился, позвонил справочно, рассчитал время, и вот я здесь. Как себя чувствуешь? Иван Васильевич сказал, со следующей недели в школу пойду. Это хорошо. Я не понимаю, что происходит, но мне кажется, я виноват в том, что ты ушла от папы. Не выдумывай. С чего ты взял? Это ведь из-за меня вы поссорились. Все совсем не так. А кто виноват? Папа такой грустный пришел после вашей встречи. Ну не молчи.
поговори со мной. Вы моя семья, я имею право знать, что будет дальше. Да я сама не знаю, Кость, что будет дальше. С тех пор, как я потеряла ребенка, я не понимаю, как жить. Как будто исчезло что-то очень важное. Смысл жизни. Но ты не переживай и не смей винить себя. Главное, что ты жив и здоров, а с остальным мы справимся как-нибудь. И все будет хорошо. Обещаешь? Ну да. А ты вернешься домой? Я пока ничего не знаю, Костя. Потому что ты разлюбила отца? Да нет. Я уже не маленький и все понимаю. Потому что он не поддержал тебя. Ну да. И что будет дальше? Нам нужно время, Кость, чтобы во всем разобраться. Ладно? Я пойду. Мама, пожалуйста, приди хотя бы на день рождения к папе. Он будет рад. Ну, пока. Впервые за 7 лет Костя назвал меня мамой. Когда он был маленький, я все обижалась, что он меня тетей Лизой зовет. Будто назло. Он вас любит, иначе бы не пришел просить помириться с отцом. У Антона завтра день рождения. Даже не знаю, идти или нет. Для этого ответьте на очень простой вопрос. Хотите ли вы остаться с Антоном? Скорее, я себя не представляю без Антона и Кости. Но простить Антона я не могу. Но вы поймите, Антон просил вас о помощи. Ну, как мог? Потому что вы самый близкий его человек. На следующий день Елизавета отправилась в их любимый с Антоном парк. Она все время прокручивала в голове слова Бориса Ефимовича, пытаясь понять, сможет ли когда-нибудь простить Антона. Привет. Проходи. Вот, пришла поздравить тебя с днем рождения. Ты как раз вовремя. Костя заказал пиццу, сейчас привезут. Я так рад тебя видеть. Я не могла не прийти. Все-таки этот день всегда был для нас особенным. Ты помнишь, как мы с тобой познакомились в мой день рождения? Мы как раз с друзьями летели в Сочи и чудом попали на рейс, где ты была стюардессой. Да. Мы отлично тогда провели время. Здорово, что была нелетная погода, и мы смогли встретиться. Я сразу в тебя влюбилась. Ты был неотразим. Я тоже тогда понял, что ты моя половинка. И все время молил, чтобы ты не была замужем. Ты стала лучшим подарком на мой день рождения тогда и сейчас тоже. Если ты мне дашь шанс все исправить, ты не пожалеешь, я обещаю. Я за этим и пришла. Давай попробуем начать все сначала. Иногда дети бывают намного мудрее своих родителей. Как, например, в семье героини нашей истории Елизаветы. Болезнь Кости, ее пасынка, расколола семью. Лиза не смогла понять Антона, который готов был пожертвовать будущим ребенком, только чтобы спасти Костю. Она мучилась от желания, с одной стороны, сохранить ее первенца, а с другой стороны, спасти Костю. Но именно Костя помог своим близким пережить и трагедию, и обиду. И сейчас семья переживает второе рождение.